дорожку на Неве. И сейчас полезем под воду. Ну что ж, вот и славно. Thank you.
достаточно дорогая игрушка. Не смог пройти мимо. Да забирай, я еще пойду. Просто с этой штукой плавать неудобно. Я далеко уходил, очень далеко. Я нашел трубы какие-то непонятные, но я их заснял, потом посмотрю. Большое. Большие трубы. Очень большие. То есть вот такой вот длины, вот такого круга, и вот такая штука еще и гнутая. Не, ну я доберу, потому что давай. У меня 100 бар, мне жалко. Давай, да, конечно. Ага. Какая странная хрень. Такая интересная раритетная скоба.
разденусь. Она относительно свежая выглядит. Ну, смазывать надо, да. Или надо ее разобрать и смазать. Миш, а здесь это выглядит как вообще новое. Может, недавно утопили. Думаю, что недавно ее утопили. А вот наше. То, что мы с Юрой нашли. Тоже много раритета.